Каспийске в книжном магазине «Алифба» состоялся поэтический вечер Айшат Расулова и Надежды Шагиной. Они на данном мероприятии ознакомили всех гостей со своим творчеством, тем самым показывая пример всем тем, кто боится открыть свой талант миру. Я рада, что раскрываемся и мы, и гости, которые придут к нам, они будут читать стихи, и детки увидим замечательные таланты. У меня вообще взрослые стихи, но я подобрала такие, которые можно читать. Айшат Расулова, она больше по отношениям детско-родительским у нее стихи. Ну и будут приглашенные гости, которые будут читать тоже свои авторские стихи на общую тематику. Семейный психолог Айшат Расулова совсем недавно начала заниматься написанием стихотворения. Но, как утверждает девушка, это не просто хобби, а способ общения и подхода к своим пациентам. Ее творчество сейчас полностью посвящено детско-родительским отношениям. На сегодняшний день могу сказать, что профессиональная моя любовь и творческая, они вот слились, и образовалось такое новое направление, как психотерапия для мам. И сегодня как раз первый тот день, когда я буду читать те стихи, которые про детско-родительские отношения. Как вот это соединение может быть ключиком к внутреннему миру другого человека. И получается, что терапия будет проходить более мягко, а с мамами, с кем я работаю, положение мамочки, послеродовой период, это очень важно, именно вот такой мягкий подход. Стоит подчеркнуть, что украсили мероприятие юные дарования модельного агентства Celebrity Model Group под руководством Натальи Забазновой. Дети подготовили творческие номера на стихи поэтесс, которые не оставили никого равнодушным. Каждое выступление для нас это нечто важное и большое. К нему мы относимся очень ответственно, готовя не только чтецкий материал, но и атрибутику. В данных проектах нам помогают родители, педагоги, но и сами дети, потому что они приходят на репетиции, помимо того, что они обучаются в агентстве. Завершился поэтический вечер зачитыванием стихотворений собственного сочинения гостей мероприятий и совместным фото.